Мы с вами встречаемся не первый раз, и тема обсуждения нам известна. Ежегодно в республике увеличивается число инвалидов. Так обратился к участникам совещания Бекхан Аздоев, первый заместитель председателя правительства республики. Вопрос обсуждался на совещании у главы республики. Вынужден констатировать, что, несмотря на некоторое уменьшение количества граждан, признанных инвалидами впервые, в целом по Российской Федерации Республика Ингушетия по количеству инвалидов занимает ведущее место, особенно среди детского населения. На увеличение инвалидов среди населения наряду с объективными факторами влияют негативные явления. В частности, при прохождении процедуры освидетельствования граждан для признания их инвалидами допускаются многочисленные нарушения. Здесь существенную роль играют врачебные комиссии медицинских учреждений, направляющих граждан на освидетельствование в службу медико-социальной экспертизы, отметил Бекхан Аздоев. Министр здравоохранения Республики Беслан Матиев в своем выступлении заверил, что составы врачебных комиссий медицинских учреждений будут меняться, и вопрос будет находиться под постоянным контролем министерства. По итогам совещания Бекхан Аздоев дал поручение министру здравоохранения принять меры по улучшению создавшейся ситуации, в частности, обновить составы врачебных комиссий в лечебно-профилактических учреждениях, закрепить осуществление контроля за качеством оформления медицинской документации, обоснованности направления граждан на освидетельствование в СЭК на заместителя министра здравоохранения, курирующего лечебную часть. Пресс-служба правительства специально для программы «Вести Ингушетия».